Всем привет! Это мой отзыв на очки виртуальной реальности. Обзор не конкретно на эту модель, а можно так сказать вообще на очки виртуальной реальности. Вот такие вот очки я приобрел себе сегодня. Предварительно я просмотрел много моделей различной ценовой категории. Эти очки за 790 рублей в торговом центре. В интернет-магазине не рублей 500 стоит, может даже дешевле. До, наверное, 3 с чем-то тысяч рублей. Смысл и функционал у всех таких очков виртуальной реальности примерно один и тот же. Входим в какой-нибудь видеоролик, который в 3D. Вот, например, я забил видео для 3D очков. Открываем ролик, поворачиваем экран. Так, надеюсь, что видно сейчас на видео. И запускаем его. Вставляем теперь телефон в очки и все. Надеваем на еблет и смотрим. Вот такая вот технология. Нет никаких тачпадов. Нельзя головой крутить и как будто ты в 3D миром в мире. Просто смотришь видео, и оно вот картинка, она типа как трехмерная. Там чуть подальше, чуть поближе. Небольшое, совсем небольшое есть различие. К сожалению, не получится на камеру показать, насколько там пиксельное изображение. Не знаю, как это сделать. Но поверьте мне, оно очень плохого качества. Я думаю, вы в магазине даже можете вставить свой телефон в очки и посмотреть. Бывают 3D очки с крышечкой, доставляешь телефон. Бывает вот с такой прищепкой, это немножко поудобнее. Немножко поудобнее. У меня так любого размера телефон поместится, а в крышечку, открывающуюся, не любого размера не поместится. Например, большой там ноут уже в Samsung не помещается с крышечкой. А вот в такую прищепку поместится, например, Samsung Note 20 Ultra, как у меня. Абсолютно никакой. Что за 800 рублей, что за 3000. Я был удивлен, но это все абсолютно одно и то же. Значит, что по моей мотивации, зачем я их покупал? Я посмотрел несколько роликов от блогеров, где сравнивают различные модели, или там какую-то конкретную модель рассказывают, и восторженным голосом рассказывают, какая это крутая штука, что за этим будущее, что здесь можно смотреть фильмы для взрослых, что это кто дальше будет пользоваться обычными экранами, не знаю, говорят, мол, вот это будущее, все будут скоро смотреть только так, потому что это... Я считаю, что такие отзывы являются рекламными. Либо это супер-мега-тупые блогеры, либо отзывы просто реклама. Почему? Объясняю. Качество очень плохое. Качество размытое, очень большие пиксели. Понятное дело, потому что здесь стоят линзы. Они будут показывать вам вплоть до пикселей на самом телефоне. И 3D-эффект там, ну, не такой уж, прям ах, нельзя прям крутить головой. Вот просто картинка, как на телевизоре, она будет у вас типа как в 3D, вот как на карточке, 3D-карточке. В общем, честно скажу, я разочарован. Можно сказать, я выкинул 800 рублей на мусорку. Были раньше у Samsung модель, где здесь были кнопочки, и там можно было поворачивать головой, надев очки, и ты как будто бы в 3D-мире. Вот это была очень интересная вещь, но, к сожалению, Samsung перестали выпускать 3D-очки. Не знаю почему, наверное, финансово невыгодно. Мне кажется, это была очень перспективная вообще штука. Если бы там улучшить качество,